Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня покажу текстуру пак Life для Майнкрафта Pocket Edition. Но после установки данного текстур пака в нашем мире появляется реальная жизнь, то есть реальная жизнь переносится в Майнкрафт. Да, и довольно странно звучит, но все же это происходит в нашем Майнкрафте. То есть, как видите, трава стала просто-напросто очень детализированной, курочка тоже стала очень непонятной. Ну и минус текстур пака заключается в том, что он весит очень-очень много. Как видите, здесь даже очень высокое разрешение деревьев, то есть разрешение текстур пака равно 128 бит, ну или что-то в этом роде. То есть просто-напросто вес 54 мегабайта. Да, 54 мегабайта. Ну, также изменена вода, изменен тростник, в котором мы сейчас постояли, изменена вся погода, изменено солнце, как видите, но, к сожалению, в этом, так сказать, текстурпаке есть баги. То есть некоторые текстуры, а именно мелкие текстуры, прогружаются очень долго. Как видите, такая коровка, то есть они прогружаются недолго, а прогружаются только тогда, когда вы приближаетесь к ним. Ну, коробки довольно прикольно выглядят, но, к сожалению, здесь опять же заменены не все мобы, да, именно мобы. Как видите, овечки остались неизмененными. Вот, к примеру, баг с лианами, мы подходим, и они начинают прогружаться. Вот, как я сказал, это очень-очень большой баг. Ой-ой-ой, баг, точнее минус мода. Вот сейчас надо мной это песок, да, к сожалению, это песок, который не успел просто-напросто прогрузиться. И это будет происходить с некоторыми блоками. То есть, это даже песок, это не мелкий блок, и, как видите, он не успевает прогружаться. И вот как то же самое происходит и с березами. Но береза очень реально выглядит. То есть, этот текстурпак был сделан на основе реальных фото, как видите, здесь такой же меч, и, к примеру, все хотят посмотреть жители, но жители у нас не изменились, да, к сожалению, жители здесь решили не изменять, но все же это выглядит все прикольно. Ну, я буду надеяться, что выйдет вторая версия текстурпака, надеюсь, вы тоже будете надеяться, в котором исправят регенерацию текстур, надеюсь, что это исправит. Ну, наверное, это связано с тем, что наши устройства не могут принимать такое высокое разрешение текстур, поэтому приходится чем-то жертвовать. Но текстуры, можно сказать, да, ну просто прикольные. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.